Я, во-первых, хочу поздравить всех с пятницей, потому что это всегда самый долгожданный день. Мы сейчас с мужем, перед тем, как собрать Беллу со школы, едем выбирать шторы. Потому что изначально я выбрала бирюзовый под цвет нашей мебели. Но потом мы поняли, что это будет слишком много бирюзового. И решили взять более нейтральный цвет. Вот, так что едем выбирать. Сейчас вам покажу, какой изначально я выбрала цвет. И потом я надеюсь, что мы выберем нормальный. Потому что люстры я тоже новые заказала, но они уже будут бежевенькие. Все в стиле Прованс, который многие из вас так не любят. Алисеф, к сожалению. Так, смотрим. Белла решила сделать приятное. Папочки делаешь, да? Чтобы быстрее выздоровел. Кексики. Я всем делаю. Давай. Удобно тебе на столе? Угу. Потом будешь его мыть, если что. Знаете, почему-то именно четверг, мне кажется, самый тяжелый рабочий день. Потому что ты уже в предвкушении выходных. Но они еще пока не наступили. Легла я на пол. И тут ко мне прилегли. Биби, ты что ли? Биби, ты что там делаешь? Естественно, вкусно. Ну, ты хотя бы пожевал бы немного. Еще? Не знаю, что тебе тут еще дать. Филимчик. Вкусно. Телим тоже вкусный. Смотри. Чего? Чего? Сори, вы нам приготовите сегодня панкейки, пожалуйста? Не? Сигут? Дай лап. Не? Не? Гизихцвен. Сиген спазирен. Да? Зайн. Зайн. Вот про склоняние его сейчас, пожалуйста. Голова. Голова. Хальс тут мервих. У меня болит горло. Что, зайка, не выспалась вчера, да? Да, не всегда. Смотрите, какая интересная погода. Сзади нас солнце, а с другой... Вот даже чуть-чуть облачно. С этой стороны очень пасмурно. Чувствую, скоро будет дождь. Что, зайка, не выспалась вчера, да? Да, не всегда комфортно ночевать в гостях. Дома всегда комфортнее. Дома всегда мамочка, папочка рядом, братик. Тепло, уютно. Да? Ну, школу никто не отменял, так что, сори. Так, шведская стенка. Очень классная штука. Я очень рада, что мы ее сделали. Давай, покажи, какое ты упражнение на спину делаешь. Акробат. Давай. Опа, вот. Супер. Главное, руками покрепче держись. Вот так вот. И проблем... Так, это было опасно. Проблем с осанкой не будет. Ну, ты зафиксируй себя, Митя, в горизонтальном положении и грудь тяни вниз, да, вот так вот. Биби в шоке. Биби? Биби, ты в шоке? Ну, я тоже. Я отказываю.
Едем мы тут такие, значит, в школу. Смотрю на море, какая-то штука непонятная. Видите, беленькая. Это торнадо. Вообще-то, только сейчас его очень плохо видно, но вот она полоса. Обалдеть. Забыла вчера всех поздравить с первым днем зимы. Мы ее встречаем. Вот такой красивый ровный март. Так что дождик был потрясающий. Что означает суббота? Она означает блинчики. Да? Хулиганы. У меня блинчик на всю тарелку. На всю тарелку? Ну, это замечательно. Ну, мама умеет готовить блинчики, да. Даже очень хорошо. Дырдочками кружевные, как говорят. Вкусненько? Да. А ты что, себе двойной решил бомбануть? Нет. Тут в ауте спит. Приехали покушать, называется. Чего ты хочешь? Что у тебя глазами? Мне повезло на собак с разными глазами. Эй, сына, дашь лапу? Хороший парень. Лапу, Олечка. Еды нет пока что, погоди.